Это все результат армянской алчности. Почему? Потому что на протяжении нескольких десятилетий армянские власти сознательно превращали и сохраняли Арцах в серой зоне для того, чтобы ежемесячно получать сверхдоходы с продажи полезных ископаемых. Ежемесячно это несколько десятков миллионов долларов, минимум. Эти деньги армяне, я имею в виду руководители государства, руководители Арцаха и Армении, клали в свои карманы, в основе своей, не вкладывали в вооруженные силы, не вкладывали в развитие социальной сферы. И в итоге сейчас Всевышний через наших врагов, через Алиева, он прямо дает понять. Ведь я вам дал эти золотые прииски для чего? Для того, чтобы народ, который живет на этой земле, жил в достатке, чтобы этот народ смог себя защитить, чтобы этот народ смог развиваться. И во что превратили руководители Арцаха и Армении народ, который живет в Арцахе, народ, который живет в других регионах Армении? Они думали только о том, как бы построить особняки, дворцы. Они поклонялись этим деньгам, они поклонялись этому золоту. И в конечном итоге враг пришел и говорит: я заберу это у вас, вы же не умеете этим пользоваться.